цифра 4. Здравствуйте, ребята, девочки и мальчики! С вами тетушка Азбуковна. Сейчас мы вместе рассмотрим цифру 4. Для начала давайте узнаем, как она выглядит, и нарисуем ее. Для этого берите в ручки карандашик, фломастер, цветные ручки, все, что у вас есть, все, что вам нравится, все, чем вы любите рисовать. И вместе со мной нарисуйте контур циферки 4. Попробуй нарисовать цифру 4 и раскрасить ее своим любимым цветом. Пусть она станет веселой и интересной. Поставь «нравится» под видео, чтобы отметить, что ты уже посмотрел ролик про цифру 4. Давай с тобой придумаем, каких предметов может быть 4. Например, 4. 4 груши. 4. 4 мяча. 4. 4 божьих коровки. Если ты понял, как выглядит цифра 4, то найди ее на клавиатуре и напечатай ее. Или попроси взрослых помочь тебе найти цифру 4.